Эх, прокачу! Ну, работает это как большой телефон, друзья. Ты, осторожно, не так сильно. Теперь начинаю торможить. Как она тормозит? Успели. Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Вы, наверное, знаете, что мы любим солнечную энергию, экологические всякие там штучки. Катаемся на BMW i3. Она, правда, у нас далеко не ездит, всего лишь на 150 километров, но зато есть бензиновый долетный двигатель. И я вообще полностью машиной доволен. Но сегодня мне выпал прикольный шанс погонять на Тесле. Погнали! Так, Тесла стоит вот там. Прежде чем мы на ней будем гонять, друзья, я вам покажу, чем мы ее заряжаем. Ну, мы BMW свой заряжаем солнечными панелями. Они вот они. Не знаю, видно, не видно. Давай подойдем к Тесле. Киса, хочешь погонять на Тесле? Киса тоже любит электромобили. Киса лазит на эту крышу. Киса, быстренько. 6 киловатт. То есть 6 киловатт установочной мощности. Я не буду врать, что нам полностью этого хватает для того, чтобы питать наш дом, потому что 6 киловатт в теории — это 4 киловатта на практике. Но вот сейчас где-то 3-4 киловатта солнечная батарейка отдает. И этого более чем, чтобы заряжать, например, нашу BMW i3, она жрет 2 киловатта, 2,5 киловатта это зарядки. То есть, ну, такая бытовая обычная зарядка. Вот эта штука, вот эта штука жрет намного больше. Сколько? 6? 2? Вот это чудовище тоже может заряжать таким маленьким зарядничком в 2,5 киловатта, она может и полкиловатта. Ну, то есть, сколько настроишь, столько она будет сосать из сети. Не знаю, можно маленькую такую панелечку повесить и будет заряжаться. Но, конечно, чтобы вот зарядить этого чудовища, нужно намного больше времени, чем середина солнечного дня, когда 4 киловатта, и, допустим, не середина, когда 2. Но, в принципе, вот если я куплю такую машину, подключу ее к своей солнечной батарее, она будет съедать вообще все, что вырабатывает моя солнечная электростанция, потому что я использую сейчас от этого одну, наверное, пятую часть. Остальное я отдаю в сеть, продаю за копейки, за 6 евроцентов. Просто невозможно. Обидно до слез. Часть я еще себе в батарейку прячу, но остальное идет всем. Планете Земля. Пользуйтесь солнечной электроэнергией. Ну а теперь мы посмотрим, что это за штука. Вот, и как на ней ездить. Первое, что меня, конечно, удивляет, это вот эта дверь. То есть ты подходишь, думаешь, ну и что? И вот и как? А, она даже не закрылась. Вот так. Как это открыть? Ну, я не догадался, честно говоря. Надо на что-то нажать. Вот. Вот так нажать и тянуть. Ну, прикольно. Такое все. Не знаю, из чего это, но материал приятный. Открываешь. И могу сказать, что первое. Я катался до этого на модели S. А это модель Y. И вот, честно говоря, хочу сравнить, потому что S мне не понравилось. Сидишь как ноги выше головы, как в этом, не знаю, в мыльнице, вот меня это выбешивало. Именно причина, по которой я купил BMW i3, то, что в ней сидеть более-менее вертикально и удобно, как я привык вот на своем любимом Т4 образца 2000 года. Так, слезай. Эх! Эх, прокачу! Ну, работает это как большой телефон, друзья. Тут надо ввести какой-то пин-код, дальше ты тымкаешь. Ну, такой переключатель, на самом деле, у меня тоже был и на моей BMW. Фух, пока мы тут выруливаем, я нервничаю. Сидеть. Ну, пока вроде как... Ой. Главное теперь во что-нибудь не врезаться. Так, едем теперь в другую сторону. Прямо. Ну, сидеть удобнее все-таки. Вот сейчас обзор от BMW-шного ничем не отличается. Стойка достаточно тоже такая же широкая. Вот это, конечно, с одной стороны всегда раздражает, то, что тут куча места занята. С другой стороны, зато вот стекло, крыша, места куча. Так, едет она по логике примерно так же, да, вот подтормаживает к поворотику, рекуперирует всю энергию. Мы, электромобильщики, обожаем, когда тормозишь не тормозами, а отпуская педаль газа, и она останавливается, уменьшает скорость, и все назад возвращается почти. Так, Лободи Монсильон. Ну и что, доводем на педаль. Эх, я! Гей!
Ух ты ж, мама-то дорогая, 90 км в час, друзья, она здесь набрала просто в путь. Ну, я сразу же сбросил, потому что здесь подлый поворотик. Меня на мотоцикле чуть однажды не сбили. Я ехал высококультурно на 40 на мотоцикле, а вот с этой боковой дорожки чпок, вылетел дядечка. И мы с ним чуть тут не устроили дугу. Еще одно подлое место у нас есть, вот этот вот мост. На нем, видите, такой ребристый получается край. О, вот вы видели? Не видно было машины практически. Вот это вот классика. Я не знаю, как с этим бороться. Я просто притормаживаю перед мостом и еду крайне медленно, чтобы успеть увернуться от машины, которая меня тоже, возможно, не увидит. И теперь проверяем, как эта штука на поворотах. Я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Класс. Чувствуется, что низкий центр тяжести. Мне кажется, даже BMW не так лихо закручивает вираж. Да. Ну, вот удовольствие, могу так сказать, что от электромобиля не испытываешь удовольствия, потому что он реально едет вот так. Нужно выехать, ты так раз и помчался. Тут, правда, ремонт дороги, нужно помедленнее. Не будем мы здесь мчаться. Проезжаем мостик железнодорожный. И вот здесь классная прямая, на которой можно, если что-то хочется обогнать. Видите, обгонять некого. Но в прошлый раз я обогнал несколько машин. Здесь вот сейчас 90 км в час. Там часто стоят полицейские и тренируют молодежь. Там у нас полицейская академия. Поэтому давай-ка автопилот включим. И теперь нас точно не оштрафуют, потому что у нас ровно 90 км в час. И я вот иногда подергиваю руль, видите, смотри, тым-тым. А дальше машина ездит сама. Ну это, конечно, мне всегда интересно было посмотреть на эту опцию. Вообще, может она так, сейчас до поворота доедем? Вроде как может. Волшебство, ты сидишь, вкалывают роботы, счастлив человек. Можно пореже дергать, это писать. Когда она вот там синим рисует здесь, вот видишь. Угу. Нет, недостаточно чуть-чуть. Тым-тым. Осторожно, ой, не так сильно. Обманул. Да, ну вот. Так, и сейчас. Чуть-чуть подерживай, подергивай, да? Да, просто нагрузочку на него дай легкую, и все. Пям-пям. Пям-пям. Друзья, а если я превышу эту нагрузочку, то будет как с кукурузным Airbus'ом. Помните, был такой Airbus, который упал в кукурузу? Так вот, там, когда включил автопилот водитель нашего Airbus'а, он создал слишком большое усилие на нашем руле, ну или там на джойстике, и автопилот выключился. Сейчас она тебе запретит ездить с автопилотом. Да, почему? Потому что ты ее за руль не держишь. Это слишком умная. А сейчас не запретит? Сейчас уже выключил автопилот. Ну ладно. Но автопилот прикольная штука, но, наверное, немножко надо его лучше освоить. Так же, как и водителям Airbus'ов, лучше осваивайте автопилот. Тогда он не будет выключаться, а вы не будете ронять исправные самолеты в кукурузу. Ведь? А мы между тем заезжаем на аэродром. Мы вообще поехали на планере летать. И сейчас высококультурно притормозим, потому что мы знаки стоп соблюдаем иногда. И как она едет на аэродромную горку. Повороты. Здесь надо крайне аккуратным быть, потому что прицепы ездят с планерами и всякие мотоциклисты, велосипедисты. Ну классно, вот поворачивает тоже так, вот радиус. Ю-ху! Вот, кстати, планерный прицеп как раз. Вот почему надо быть осторожным. Ну что, на полосу попробуем, по полосе дунем. Хочешь по взлетке разочек дернем? Никто все равно не летает. Посмотрим, сколько надо до по взлетке разгонится. Давай. Сейчас. Друзья, я так делаю исключительно по той простой причине, что сейчас на аэродроме погоды нет. Я наблюдаю, что на гриде ни одного планера. Я наблюдаю, сейчас я смотрю, что в воздухе ни одного борта, заходящего на посадку. Поэтому я думаю, нам простят все, что мы сейчас дунем по полосе и узнаем, во-первых, до скольки машина разгонится за 400 метров полосы. Ну-ка, здесь же нас точно никто не оштрафует. Нету полицейских. Делаем тест. Можно? Самолетов нет.
Ветер у нас сегодня южный, поэтому если хоть один самолет будет заходить на посадку, он будет заходить оттуда. Ну, я докладываюсь в радиостанцию. Индия, Виктор, Декуляш, Писта Норд. Погнали! Руль не так стоял. Ю-ху! Ю-ху! 130. Ну, тут я уже начинаю тормозить. Я теперь начинаю торможить. Как оно тормозит? Успели. Успели. О! Слушай, я тебе тут, конечно, все вечер раскидал. Ну уж прошу прощения. Но... О, грибочки. Шампиньоны взошли. Друзья, сейчас еще можно тест поедания сырого шампиньона сделать. Ну и мы возвращаемся еще разочек, но уже так до 100 разгонимся просто, и все, и сразу затормозим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Пиу! Иху! Сотня! Все, ну, сотню она набирает, конечно, просто за какие-то микросекунды, поэтому это даже не интересно. Ну, вот это вот мы поржали. Сейчас главное, чтобы там чертей не вставили за такое. Ну, в тенечек поставим? Да, в тенечек. Ну, туда лучше, потому что здесь самолет. Так, наш планер готов. Сейчас мы его только чуть подзаправим. Да. Но больше мы не будем хулиганить. Могли бы, конечно, что-нибудь еще поделать, друзья, но зимой, вот зимой, когда будет... Вообще точно на аэродроме никого не будет. Вот. Все. Большая, да? Друзья, большая игрушка, посмотрите какая. Ух, какой, видите, прямо аэродром наш видно. Все, мониторище. Открыть, закрыть. Что, можно даже посмотреть. Может это фотография из космоса, скорее всего. Какая-то машинка везет, планер. Большой айфон. Ой, ну что, я был о Тесле до этого более худшего мнения. Вы будете смеяться, друзья, но в основном меня бесило то, что сидишь вот как в этой мыльнице. Вот я не люблю всякие лежачие машины, я люблю автобусы, типа Т4, когда ты сидишь, над дорогой на всех глядишь, очень удобно. Вот здесь посадка кайфовая. Вот если я и буду Теслу покупать, если денег много заработаю на чем-нибудь, то вот такую. Очень удобно. Вот это, смотрите, вот можно смотреть, как планера на посадку заходят. Вверх вот смотришь и прямо считаешь, что у тебя командный пункт. Очень. Прямо, кстати, вот это я еще не замечал. Стеклянная крыша – это вообще вещь. Если ее мыть, конечно, но она чистая. Мух всяких видно. Ой. Вот такой был тест-драйв. Давайте показать вам снаружи еще ее. А что ее снаружи показывать? Она на всех картинках есть. Главные эмоции. Вот эмоции. Вы увидели эмоции человека, который ездил на Тесле. Ему не понравилось. Потом ему показали Теслу, которая чуть-чуть лучше. И она уже точно понравилась. Теперь у меня есть. Как это? Ну, понятно, на что менять BMW i3 в перспективке. Мы летать на аэродром. Сейчас главное из этой машины выбраться. Так, кнопочки. Ну вот это... Тянулок никаких нет. Вот нужно нажать на кнопку. О, и тебя выпустят. А если не будет работать? А если аккумулятор сядет? Как из него выбраться? Тут, конечно, но... Там есть механическая. О, говорят, что есть все-таки механические какие-то штуки. Ну, огонь. Конь, огонь. Берем, не глядя! Конь-огонь! Погнали летать! На Тесле погоняли, теперь еще и полетаем. И, кстати, друзья, о цене. Оказывается, вот я думал, что это там 1100 стоит. Нифига, это вот в Германии если такую брать новую, со всеми дотациями, 45 тысяч евро. Я так понимаю, что где-то во Франции, наверное, похожее. BMW i3, вот в той версии, которая моя, он стоил тоже новый 45. Поэтому, конечно... 400 километров пробега и такая адская динамика, и действительно сидеть комфортная машина больше. Я теперь понимаю, почему за BMW закрыла свой завод, и, ну, в смысле, прекратила выпуск трешек. Но это теперь раритет. Эту машину я оставляю точно для того, чтобы вот таких больше не делают. С моторчиком таких тоже больше не делают, и прекрасно. Так что не так и много это стоит. Такой планер стоит 300 тысяч евро, это, считай, 6 Тесл. Лапочка моя. Как же хорошо, что я в свое время принял в 2014 году мудрое решение и решил купить такой планер, продав все свои летные школы.
в одной стране. Делайте мудрые решения вовремя, и будет вам счастье. Эгегей! Друзья, я подумал и решил, что ну как я так ролик закончу без каких-то ни было полетов. Ну вот смотри, сколько у нас игрушек стоит. Вон стоит Тесла, вон стоит вертолет. Ранаботик, про него был ролик на канале, еще сделаем. Вот стоит наша принцесса, и вот подъезжает наш самолетик трудяга Робин. И вы спросите: Игорь, а зачем самолет еще вашей теплой компании? Друзья, потому что дует южный ветер вот оттуда. И я боюсь, что я один не взлечу, потому что движочек у меня все-таки достаточно маломощный и не рассчитан на... Ну, он рассчитан на все, но... Или увеличивать вес планера, или желтенькую ручку дергаем на себя. Отпускай. Отлично, все. Подцепились. Я залезаю в планер. Пока не закрывай только фонарь. Пристегиваемся. И, друзья, опять же, возможно, вы спросите: Игорь, а вот вам не стыдно? Вы, говорит, сейчас перечислили какое-то адское количество игрушек. Какую-то машину, какой-то планер. Вообще, зачем все это нужно? О. Что я могу сказать? Что все это двигает цивилизацию вперед. Все эти прикольные штуки двигают цивилизацию вперед. И на самом деле лучше летать на планере и показывать, как это прекрасно. При этом мы черпаем энергию у природы, не загрязняем окружающую среду, как, собственно, и вот это, на этой Тесле поездка. Все разговоры о том, что это все равно делается из нефти, загрязняет углем там половину. Yes, I'm ready. Are you finally ready? Radio 5. Так. Идь. Запускаем движочек. К сожалению, бензин пока в планере неизбежен чуть-чуть, капельку. Но мы расходуем на взлет всего 1.5 литра. Я не думаю, что это много. Сейчас мы взлетаем с попутной составляющей, соответственно, будем двигаться за самолетом. Оп! Даю газку. Оп! Все, самолетик, и мы бодренько набираем скорость. Ну так, хотелось бы быстрее. Это та причина, по которой я все-таки взлетаю за самолетом. Видите? По колдуну попутный ветер сейчас. Надеюсь, он попал в кадр. Отлично. Сейчас немножечко пролетим за самолетом. И будут трюки, друзья. Какие будут трюки, я цеплюсь от самолета, и потом самолет полетит параллельно мне. Вот, смотрите, наш самолет. Он отцепился. Сейчас он сделает круг и догонит меня. Хулиган. Так, отрегулируем параметры полета. Уберем шасси. И главное сейчас не дергаться, потому что откуда-то сзади прилетит наш пилот. Расходовали всего лишь литр топлива, и сейчас будем парить у этого склона, не тратя больше ничего. Выпускаю тормоз винта, смотрю в зеркальце, как он там. Пока никак. Сейчас его провернет, он станет на тормоз. Оп! И теперь убираю двигатель, чтобы уменьшить сопротивление. Он остается в позиции охлаждения. Убери двигатель! Убери двигатель! Убрал!
выключаем питание. С нами летает параплан, ибо ветер не сильный, 30 км в час. Ну, такой уже достаточно. Как видите, параплан не очень-то активно маневрирует. Висит фактически на месте. Сейчас я к нему поближе подлечу, не буду его пугать. Пролечу над ним, потому что, знаете, да, на параплане самое неприятное, что бывает, сейчас мы помашем ручкой, это спутка. Поэтому параплана лучше сверху облетать. А я бы, друзья, хотел вам дорассказывать вот про свои вот эти мысли о том, что вот почему вот столько всего и как вы оправдаете вот это вот избыточное, скажем так, распоряжение благами цивилизации, как там машины, планера, самолеты и так далее. А мне кажется, друзья, это основная эта идея, что цивилизация родилась от того, что обезьян взял палку. И дальше все, как были люди, вот появилась обезьяна, желающая странного. И самая большая, высшая ценность общества – это люди, которые желают странное, которые, ну, я не говорю, что нужно жить как вот так вот, там, летать на планерах обязательно. Ну, придурок же берет, взлетает каждый день, с одной точки приземляется в ту же точку, носится по небу зачем-то, рискует своей жизнью. Ну вот в чем смысл? В том, что люди строят эти планера, они тем самым привносят что-то другое, там делают потом на базе этих технологий, может быть, какие-то удобные самолеты, что-то куда-то переносится. Ведь планер – это огромная исследовательская штуковина. Например, в Аргентине мой учитель Клаус Ольман открыл совершенно замечательную дорогу из восходящих потоков волновых. То есть можно лететь на том же Airbus и Boeing. Во-первых, не трясет, если по волне лететь. А во-вторых, еще кучу топлива экономишь. Ну, поди хреново. Можно лететь в минус 10 метров в секунду в нисходящем течении, а можно лететь там плюс 7, плюс 8 метров в секунду. А вот то, что, например, планера открывают миру. И метеорологические институты заказывают моему учителю Клаусу исследование атмосферы для того, чтобы составить карту этих течений при определенной погоде. И, например, немножко менять маршруты бортов пассажирских, чтобы, повторю, а, меньше трясло, б, экономить топливо. К вопросу о желающих странного. Наша цивилизация делится на две части. Наверное, такую стабильную, хорошую, крепкую часть, которая, собственно, держит этот мир, двигает его вот как такой вот поезд, тюк-чук-чук-чук-чук, вперед идет. И небольшую часть, которая желает странного. То есть вот таких вот сорвиголов каких-то, которые лезут вперед, проверяют то, проверяют все, иногда рискуют, но при этом они как раз то острие, которым наша цивилизация пробивает путь в будущее и, наверное, делает этот мир лучше. И вот один из ярчайших представителей вот таких людей, наверное, является Илон Маск, на Тесле которого мы сегодня покатались. И люди делятся на два типа. Первая часть, это которая Илона Маска ненавидит, говорит, что это шут, шарлатан и так далее и подобное. И вторая, которая, наверное, его... Я не скажу, что боготворит, но, по крайней мере, уважает. Мне этот человек искренне нравится. Мне нравится... Знаете, что больше всего нравится? Я сам люблю поржать. Вот мне нравится, как он ржет над Роскосмосом. В свое время Маск поехал в Россию, хотел купить там ракету. Попал на встречу, даже, по-моему, какого-то конструктора туда, ракетного конструктора пригласили. Он абсолютно презрительно относился к Маску. И, ну, и, собственно, вся делегация. Может быть, они хотели, конечно, продать ракетку одну, попили чуть-чуть денежек, но... Прокиндея, я так понимаю, не договорились, а то ли взятках, то ли в откатах, то ли еще о чем-то. И ракету, естественно, не продали. Ну и тогда человек решил, говорит, а я свою сделаю. Я сам сделаю ракету. Не зарубился и сделал. И сейчас можно смело показывать Роскосмосу, и потому что его запуски лучше, дешевле, эффективнее. И все вот эти вот, помните, есть такая длинная лента. Вы когда это сделаем, тогда и поговорим. Ну, где-то в середине мы сейчас находимся, и скоро Маск полетит на Марс. Одна из причин успеха его в том, что в его компании можно ошибаться. То есть люди, молодежь, которые работают у него в компании, достаточно у него яркие личности пашут, они могут спокойно ошибиться, и за это ничего не будет. А теперь попробуйте ошибиться в корпорации Роскосмос, например. Да там каждый начальник 10 бумажек себе прилепит на жопу, лишь бы каким-то образом, так сказать, прикрыть ее, чтобы ему только не досталось. Инициатива любая, ну, такой вот, я считаю, отрицательный естественный отбор. Неестественный отбор, потому что если ты хороший инженер, управленец и так далее, вряд ли ты пробьешься вверх, потому что там все-таки ценятся немножко другие качества. Но я знаком с людьми, которые там работают, и мне рассказывают, что Игорь, блин, вот обидно.
Вот реально обидно за то, что мы можем делать намного больше, мы просто не можем это делать по ряду причин. Один знакомый рассказывал, как они движок сожгли реактивный, уже настроили там форсажная камера, куча всяких там этих форсунок и так далее, и там очень тяжело геометрию поймать. И вот они поймали геометрию, говорят, о, пошло. Андрей же говорит, давайте высшему начальству покажем, очень надо отчитаться в вот успехах. А те говорят, да нельзя, блин, сгорит он, ну надо по чуть-чуть, еще вот это вот потихонечку, да не, давай покажем. Ну и движок сгорел, соответственно, на полгода весь проект отодвинут. Ну вот это вот покажем начальству, порадуем и так далее. Вот это вот. Но мы о Тесле. Так вот, человек опять же решил, я хочу электромобиль сделать. И сделал. И все сначала смеялись, мировые гиганты. Да ну, какой-то чувак, какие-то автомобили из каких-то компьютерных батареечек. Да ну, да, полная лажа. Левый 180 градусов. А сегодня мы на этой лаже ездили, друзья. Открылась в Германии гигафабрика, ну, давно уже, вот, но вот она работает под Берлином. И сейчас эти машины не такие дорогие. И человек, ну, не сказать, что он вряд ли изобрел что-то новое, но он нашел инженеров, он организовал процесс труда таким образом, что получилось в мире что-то новое, например, классная отрасль электромобильная. И тот же BMW, на котором я катаюсь, это, по сути, следствие того, что все возбудились. О, блин, надо все-таки делать электромобиль, и сделали. Поэтому, каким бы ни был Илон Маск, как там говорят, шутом и так далее, ну, вот посмотрите на результаты. Давайте судить о результатах. Какой-то мыльный пузырь, еще что-то. Да вы можете сколько угодно рассуждать. Де-факто, он делает электромобили. А, например, кто над ним смеется в России, электромобили не делает. Он таскает в космос больше, чем Роскосмос. А Роскосмос говорит, да, нам уже так столько не надо. Мы будем тащить меньше, но лучше. Ну, статистика происшествий, в общем-то, всем известна. Один спутник потерялся, другой закатился. Я ерничаю сейчас просто потому, что я не сторонник государственной корпорации. Я считаю, что государство чаще всего просто все убивает. И нормальная вот компания Маска – это яркий пример, как один человек успешный, да, может быть, он успешный там пиарщик, еще кто-нибудь там, кто-нибудь скажет клоун. Ну, посмотрите на его действия, ну, посмотрите на его дела. По факту есть и есть. Лопнет. Ну, не знаю. У меня друг как-то продал какую-то ждал машину. И как только начинались акции Tesla, ему сказали, слушай, мы машину тебе не поставим, хочешь, мы тебе акции дадим? Он говорит, да пожалуйста. Ему дали там акции, ну, не на много тысяч, на 20, 30, 40 евро. Он сейчас, они выросли там чуть ли не в 200 раз. И человек и так не бедный. Никита, привет, если вдруг увидишь этот ролик. Но сейчас он эти акции хранит и говорит, это лучшая инвестиция в моей жизни. То есть, говорит, вот так нечаянно шел машину покупать, не получилось, и теперь у меня столько акций Tesla. То, что я летаю на таком планере, например, это заслуга вот этого желания странного и желания не поддаваться на такую сытую, может быть, среднесытую, но такую стандартную жизнь. Я закончил Харьковский авиационный институт и попал по распределению в Луховицы в 97 году. Я посмотрел, как на заводе работается. Я горел идеей какой-то самолет делать, пошел вот туда, где делают МиГ-АТ. И передумал оставаться на заводе тогда, когда привезли на ржавом грузовике пуансоны от оснастки какой-то вот этого самолета, который просто раздолбало по дороге, правильно не укупорили, это все вот так летало, билось, шмякалось, и женщина-технолог, которая это принимала, плакала. Вот я увидел человека, который хочет работать, но плачет, получает нищенскую зарплату, но все равно работает и плачет над этим железом. Я подумал, хочу ли такой жизни? Нет. Я пошел туда, где было как-то повеселее. И через некоторое время просто сделал изобретение, и дальше вот все, что у меня есть, это, наверное, благодаря тому, что я когда-то не пошел по этому привычному монотонному пути, я ручку взял. А я знаю ряд знакомых, которые, ну, просто говорят, там, ну, классно, то есть они работают в авиации, работают за там смешные свои там рубли небольшие, но они даже не из-за того, что я там хочу поднимать авиацию с колен, я там, а просто потому, что я привык, я другого ничего не умею, я, в принципе, другого ничего не хочу, мне хватает, они там могут пойти подработать куда-нибудь там, еще что-нибудь, но вот в целом вот им хватает. И
это тоже нормально. То есть просто у человека такой склад характера. Но при этом говорить, ах ты, ну, он же не говорит, я надеюсь, что ах ты, сволочь, летаешь на планере, почему я не летал? Ну, потому что, ну, для если была бы мечта летать на планере, и к ней, к этой мечте двигаться, наверное, бы что-то получилось. Часто люди оправдывают свои действия тем, что, ну, вот, по-другому никак нельзя. Но это, к сожалению, по-другому складывается твоя ручка. Из огромного количества факторов, из того, что, а как ты вел себя в детстве, учился ли ты или нет? Я там кроликов 12 лет выращивался, в школе хорошо учился, когда там мои одноклассники на дискотеке отплясывали да попукивали там. Ну вот как-то все вместе. То есть если ничего не делать, то ничего не будет. То есть у меня обычные родители. Мама инженер, папа рабочий. Никто никакого наследства не оставлял. Все, чего я добился в жизни, я добился своими руками, но в основном больше головой. Хотя и руками тоже. Все железки свои я собирал сам. Вот этими лапами, вот этих глазах куча стружки, пробоин от этой болгарки, от всего остального, сквозь защиту даже. Оп! Помахал нам ручку парапланерист. Я искренне уважаю людей, которые двигают мир вперед. Один из этих Илон Маск, на его машине мы покатались. И классно. Вот. Поэтому, если вы о чем-то мечтаете, поднимите жопу с дивана, начните что-то сделать. Здесь принято так, что если приходишь в авиационное сообщество, и ты реально хочешь летать, но у тебя нет денег, тебе найдут какую-нибудь работу, и ты сможешь это сделать. Но чаще всего просто оправдание. Я не могу, у меня нет денег, я не знаю, что делать, и так далее, и тому подобное. Такое тоже может быть. Значит, нужно просто брать, меняться, менять профессию. Например, там, взять, освоить какое-нибудь программирование, в конце концов. И вон, у меня программистов летает табунами. На них огромный спрос. Не знаете, как освоить программирование, ну пойдите, поучите там языки, начните с этого. Ну просто взять, уделять какое-то количество времени каждый день, чтобы идти к мечте. И все. И тогда, дай бог, что-то получится. Я искренне вам желаю этого. И до новых встреч, глубоко уважаемые любители лёта и видов спорта. До новых позитивных роликов. Пусть ваша мечта сбудется.